Приветствую, друзья, на канал WebPlay. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем игрушку под названием 7 Days to Die. Всем приятного просмотра, а мы погнали. Итак, друзья, что мы сегодня наметили? Мы сегодня наметили улучшение базы. Я, как видите, чуть-чуть покопал здесь в офлайне, да, чтобы и вам это не видеть, как там долбить, да, этими инструментами, что у нас здесь, да. Вообще ужасно. Все сломалось. Лопата сломалась, и стала только одна хитрая фишка, блин, с топором. Насчет скиллов. Пока я в офлайне работал, бегал, я, короче, прокачал. Я больше вот ушел в силу, 2 очка кинул, и по 2 очка кинул я в... долбатели и драгоценная добыча, и еще мы по 2 очка кинули по продвинутое проектирование и механика, плюс еще закинули 1 очко в интеллект. Так, нам надо добыть сейчас сколько надо, чтобы уже строить нормальные вещи, бетономешалки и все там подобное. 4, да, нам надо еще 2 очка. Так, что сегодня планируем? Планируем сегодня укрепить базу, подготовиться к первой уже волне, уже понемножку мы подготавливаться. Я думаю, первую волну мы продержим еще по-старому, этому, как его, по старой схеме, с шипами, потому что там много заборений должно быть. По волне 8 штучек приходит, да, у нас, пока лутался, я собрал калаш. 109 патрон, конечно, это не, блин, не очень, да, тут 55 патрошек, да, тут 26, ну, не ахти, да, ну, не ахти, а что ж поделать. Делаем булыжники, чтобы укреплять нашу базу. Сейчас, как, вот уже как раз время наступило, можем вылазить. Вот, чуть-чуть поставил ящички, да, вот, пораспределил по более плюс-минус, да, там... Тут моды, модификации разные, детальки. Здесь у нас оружие, попотроши, да, тут еще 2 АК-шки стоят. Здесь у нас чисто ресы. Вот, тут у нас инструменты и какая-то всякая шняга. Здесь у нас еда и медикаменты. Потом уже под медикаменты мы уже сделаем отдельное. Что я очень хорошее нашел под нашим, в нашей шахте, мы нашли селитра. Это вообще очень хорошая вещь, тем паче дальше, когда мы будем крафтить уже патрошек себе. Так, ну давайте что, понемножку укреплять базу. Будем с внутренней стороны пока что укреплять. Потом пойдем шипы строить. Ну вот, и может чуть-чуть успеем полутаться. Где-то, думаю, сегодня часик еще один, серию на часик где-то сделаем, чтобы более-менее так как-то заняться какими-то делами, более-менее продвинуться в процессе. Так что, друзья, если есть какие-то комментики, советики, милости просим, оставлять ваши комментарии под видео, ну и всякие советики. Всегда буду рад послушать и, может быть, что-то новенькое узнаю от вас. Так что я эту игрушку играл очень давно. Еще, она, как я уже упоминал раньше, в 2013 она вышла. Я тогда где-то ее приобрел, вот, когда она еще была, только развивалась. И очень много чего изменилось, очень большая много механики поменялось, квесты всякое разное, очень-очень-очень много всякие вещи поменялось. Играем мы на, как я уже говорил, на дефолтных установках, кроме времени, да. Я время, конечно, чуть подольше сделал, чтобы мы могли как-то нормально полутаться, что-то построить и как-то развиться более-менее. Потому что для меня полчаса бегать как-то вообще не алё. Так, мы бегаем час. Ну вот. Так что, ну чуть сейчас улучшим все это, делится. Ну вот. Да, залутал я пару домов в офлайне, опять же. Бегал, смотрел там, что можно найти. Ну, большинство я пытался найти какие-нибудь кирки, там, топоры, блин, что-то, ну, типа нормальный инструмент. Но... Видите, как получается, блин, долбимся с третьим уровнем кирки. Сейчас у нас уже можем строить четвертую, сможем построить, сделать, создать, вернее, потому что я выучил скилл, да, так что, или нет, еще не выучил, нет, еще не выучил, мы просто, нам надо было силу поднять, так что это тоже пока что в процессе. Так, булыжник делается, булыжник нам понадобится потом в дальнейшем еще.
Так, что у нас здесь? Есть какие-то мобящи? Нет никого, да? Наши деревья растут понемножечку, да? Вот, видите, куда мы высадили, да? Замечательно. А чё у нас так? Очень так интересно все. А, ну мы что, не могли это сделать, потому что она с внутренней стороны. Ладно, окей. Короче, сначала облака сделаем. А потом уже все остальное. Там зомбарь гуляет, но это хер с ним. Вообще как-то параллельно пока что. Так. Ну так как первая волна, она не будет страшная. Там ничего особенного. Такие там будут простые зомбиари. Там никаких там, блядь, прыгунов, блядь, ментов. По идее, не должно быть. Ну, я надеюсь, блядь, мало ли что там может этой игрушке еще, блядь, придумать. Вот. А так сейчас загрейдимся по максимуму. Здесь наш кубик сделаем, чтобы у нас нормально тут все выглядело. По-человечески. Потом, конечно, когда уже у нас будет бетономешалка, мы это все сделаем в цемент. Но по большому счету, при моей конструкции, то, что я планирую, он даже не нужен будет. Потому что этот здание не будет вообще страдать, по большому счету. У нас будет все происходить под низом. Используя, как я уже перед этим упоминал, физику этого двигателя. Как он коллижены делает на блоке, да? Ну, с одной стороны, конечно, это хорошо, но я считаю, это не чит, это просто как-то, я не знаю. Кто может использовать такую вещь, кто хочет, кто не хочет, это уже ваше личное дело. Я считаю, что это самый оптимальный вариант, тем паче, например, это сейчас с самого начала, если там новенькие игрушки, вообще идеальный вариант. И это пассивная база, и тебе она реально, она не будет, по ней дамаг не будет проходить, если это будет все, как говорится, с умом делаться, да. Потому что, ну, весь акшен, как говорил, будет происходить внизу, в шахте. Хоть и, конечно, там у нас есть металл драгоценный, который я бы хотел бы добывать. Но я надеюсь, если там есть эти залежи, значит, так и вне этой шахты тоже не будут. То, что сможем, вынесем. Так, доски закончились. То, что сможем, вынесем, а что не сможем, ничего страшного. Так, тут где-то Миша бегал, блин. Надеюсь, что он уже нет его здесь. Иначе будет бобо. Так, отлично, отлично, бываем. Вы испытываете жажду восстановить. Так, жажда, у нас водичка у нас там. Да, я заготовил 60 бутылок. Я планировал сбегать за водой. Но наступила ночь, и я думал, ну нахер. У нас пока что водичка есть, чай тоже есть, кофе есть, все, что у нас есть пока что. Можем пока что жить еще здесь. Потом побегаем, посмотрим, может где-нибудь здесь водоем есть. Я не верю, что вот в этом городе, блин, нету водоема. По-любому он должен быть, по-любому. Где-нибудь да он есть. Так, что у нас, крыша еще осталась, да, блин? Ну, блин, крышу можно не грейдить. Не, ну раз уж грейдим, значит грейдим все полностью тогда. Потом уж что. Потому что. Единственное то, что меня напрягает, при волне у нас будут летать эти, как его, блядь, паскудники, вороны. Ну или, блядь, такие чайки, блядь, не знаю, как это можно назвать, мертвые, блин. Ну посмотрим, я, ну, может быть, как-то из них избавимся тоже. Ну нет, навряд ли, потому что если мы будем воевать, значит мы должны будем воевать с ними тоже. Ладно, к этому делу у нас есть дробаш, у нас есть витаминка. На время короче, этого. Выпьем витаминки, потому что она не заразит нам ничем. Тем паче у нас есть мед, если нам надо будет еще вылечиться от инфекции. Это не проблема. Так что это вообще как-то. Так, да, ну точно уровень подняли. Я его сейчас вкину. Куда мы его вкинем? Мы вкинем его сейчас, подожди. Что нам надо было, чтобы у нас улучшилось вот это как раз. Да, у нас сейчас мы можем делать инструмент 4 уровня. Отлично. Сейчас и посмотрим. Так, 33, так. Это я хочу разобрать. Ой-ой-ой, не, ёшечки, да, ладно, это сюда. Окей, сейчас делаю. Блять, я сейчас не смогу создать топор. Серьезно? Так, где-то зомбарь лазит. Сейчас мы его пойдем пизданем. А где топор? Что не хватает? А, травки не хватает.
Здравствуй, подруга. Я здесь. Калаш, конечно, вещь бешеная, но, блин, патроны у него просто, блин, на вес золота, как говорится. На четвертый уровень. Это неплохо. Может быть, надо было сначала, может быть, как-то развить перенос этих вещей, но я хочу быстрее просто долбить, добывать и в этом, все в этом духе. Так. Ой-ой-ой, да ты что ж так? Как-то так, как так? Я дверь закрыл, а главное провалился. Вот интересно. Может, не успел закрыться, наверное. Так, булыжники поставили дальше делать. Потому что его надо много. Видите, как я там пока копал, там очень много ресов достал. Может, кто-то на меня сейчас будет кричать, о, что ты бесполезных используешь, ну, лучше бы укреплял базу. Но, не, ну, у меня, я говорю, концепт один. Потом скажете, что вы насчет этого думаете. И вообще, как вам эта идея? Потому что потом в дальнейшем я... Добычу опыта и всего развития сделано на автономии. Да, конечно, сможем пострелять там и все сделать, а потом поставим, когда в размере, раз, как будем расширяться, ой, расширяться, блин, да, расширяться, развиваться, и у нас уже будет автоматика, электричество, и там вообще будет на изи. Все эти химические, блядь, и радиоактивные шакалы нам вообще не будут, как-то будет на них наплевать. Так что это не проблема в дальнейшем. Ну, если все будет правильно, или все будет все хорошо будет работать. Потому что, опять же, тут же весь, вся конструкция основана на весе и на стабильности. Так, что там гуляешь? Кто там гуляет, блядь? Кто там гуляет? Так, ладно, гуляй. А, короче, сейчас что нам надо? Нам надо сейчас вот какие блоки. Очень много таких блоков надо. Вот что, серьезно, так только... Блин. Так, ладно. У нас не хватает чего? Так что тебе надо для булыжников? Тебе надо глина. Глина нужна, да? А у меня, блядь, сломан этот. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну, значит, создадим простую лопату тогда уже. Что же делать? Мне надо тебе покопать. Где у нас инструмент? Каменная лопата. Блин, конечно, не алё, блин, копать вот с такой темой. Ну ладно, что ж поделать. А, кстати говоря, нам надо что-то по-другому чуть-чуть сделать, раз мы хотим... Так, значит, делаем так. Оружие поставим в первые слоты. Нам надо, конечно, по идее... Так, короче, нам сейчас надо сделать... Сначала мы должны попить, потом пойдем дрова рубить и поставим колья вокруг нашей базы. Пока у нас есть эта возможность. Так, вот у нас таблеточки есть. Все у нас нормально. Так, что с едой у нас? Пирог скушаем сейчас. Надеюсь, дизентерию мы не подхватим. Кофеек выпьем. Чтобы восстановить... Восстановили... А, не, ну, возьмем кофеек с собой. Не будем его пить. Шишки, блядь, эти надо посадить. Так, ладно, ладно. Это пусть стоит. Так, это пусть здесь будет. Потом это все мы переделаем, молись. Так, хорошо. Давайте посадим вот такие вещи здесь. Ну, восьмерочка. И я хочу проверить, что за материал будет у нас здесь. Ой, блин, ну это с этим, да, конечно, с этой лопатой это просто жестоко. Ну, а что поделать? С чего-то надо начинать. Сейчас проверим это и пойдем рубить дрова дальше. Так, тут глина у нас, хорошо, радует. Так, сейчас пойдем рубить дрова. Ну или доски, блин. Не будете трогать, это там гуляй. Нам нужны доски. Так, отлично. Сейчас где-то пару тысяч набьем. И надо где-то создать где-то около 80 колев.
Да, где-то так. Может даже больше. Может даже больше. Блин, была бы здесь вода где-нибудь, блин. Ладно, будем сейчас рубить дрова. Может быть, где-нибудь сюда и наткнемся на какой-нибудь ручеёк маленький, как говорится. Ну, навряд ли, я думаю, что... У нас тут карта будет... Блин, а там еще лучше было... Бляха-муха, местечко, я имею в виду, под базу. Вот до конца не добежал, блин. Ну, ничего. Уже поздняк кидаться. Если что, потом в дальнейшем, если нас захочем переехать, у нас будут уже буры и все остальное, это будет вообще плевое дело. Так, семена собираем, короче, потом поляну все засадим у себя там, чтобы потом не, вот, не бегать, вот, блин, не знаю куда, блин, за 9 земель дрова рубить. Вот что нам еще, надо было найти уголь где-нибудь здесь, рядышком. Это камень. Стоп, бля. Такое ощущение, что он вообще был рядом у меня здесь. А там Мишка уже гуляет в том, бля, стороне, смотри. Ты не сдохла? Пожалуйста, в табличку всадил нормально, бля, ну ладно. Короче, посмотрим, может здесь есть какой-нибудь. Бля, тогда вы издеваетесь надо мной. Может там есть водоем? Давай сбегаем туда, посмотрим. Может быть. Но навряд ли, я думаю. Так, что это у нас там? У нас там камень. Камень нам не нужен. Угу, херас два, блядь, водоем. Целых три прям. Ладно, сбегаем там на горочку, посмотрим. Что у нас там? По вообще по состоянию, где мы, что мы и как там у нас все выглядит. Печально. Я нигде водоема не вижу. Это очень плохо. Прям очень плохо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, плохо. Ну ничего. Пока что у нас вода есть. Мы живем. Ладно. Так, друзья, ладно, короче, я сейчас набью деревья, если же водичку найду, подключусь, а то смотрите, что он там. Смотрите, долбает деревья, очень неинтересно, так что. Не уходите, скоро вернемся. Да, друзья, печалька у нас, печалька. Мы, короче, смотри, сколько я пробегал. Вот это весь район пробегал. И я не нашел воды. Единственное, вот где-то вода есть, вот где-то здесь, да? Вот она. Туда мы пытаемся проникнуть потом, набрать воду. И единственное там то, что резервуар, там какая-то водонасосная качка, какая-то станция, наверное, скорее всего. Там и будем лутать воду. Ну, туда надо добраться, зачистить все. Довольно-таки там... Не видел зомби, там, конечно, там очень большой, высокий забор. И очень всякая дрянь дофигища там. Ну, ничего. Как-нибудь разберемся. Короче. Набрал я говна всякого разного. 2700. Нашел я мушкетон, пока лазил, залез на пару домов, полутал гаечный ключ. Первый и второй уровень, друзья. Это очень даже неплохо. Так, ладно, давайте рассортируем все, что у нас здесь. Моды у нас есть, да, у нас есть запчасти. Это мы можем, конечно... Подожди. Потроши. Да, еще нашли мы вот что. Меха нашли. Это очень даже неплохо. Это сюда. Цемент оставим, дробь. Пока что поставим сюда, это все туда забросим, нитрат это ставим. Где-то что-то еще с оружием. Есть еще с оружием? Нет, вроде бы нет. Ну, единственное то, что мы можем... Что у нас здесь? У нас здесь всякое разное. Латунь. Вот это туда закинем. Что еще? Кожа, трубы, железо, свинец, пластик. Это оставляем пока что. Цемент.
Ну это сюда тоже комплектующие можно закинуть. Так, шишечки. Так, это подожди. А, это мы закинем сюда. Такие шишечки. Они нам понадобятся в дальнейшем, чтобы за деревьями не бегать. Так, еду. Еду, еду. Так, вода, пивасик, мед. Это все нам надо. Масло. Масло. Это сюда скинем. Так, аптечки. Аптечки, аптечки, таблеточки, чаек. Это сейчас тоже пока что выложим. Мясо. Ну, положим. То это тоже выложим пока что. Так, что у нас еще? Цемент, гаечный ключ. Один мы выложим сюда. Он понадобится в дальнейшем в крафте. Так, что здесь? Это мы разбираем лопату. Это разбираем пока что. Не к спеху. Так, что у нас здесь? Тут уже были еще какие-то лопаты. У нас здесь еще были какие-то лопаты. Это тоже можно разобрать. Ай, блин, зря. Ну да, ладно, хер с ним. А подожди, может, мы же еще можем отменить. Да, можем отменить. Используем их до по максимуму, а потом уже разберем. У нас я не хочу тратить на комплектики. Так, сейчас следующее, что мы делаем? Мы сейчас делаем очень много спайкс, да? Все, что можно. 138, ну не сделаем сначала 90. Я хочу как минимум 3 ряда поставить. Это довольно-таки обширно будет. Так, 3-3. Там получается 7. 20. Ну, да. Плюс-минус. Выйдет еще на там. Так, что у нас здесь? У нас здесь укреплено, да. Почему это открыто? Не знаю, ли это влияет вообще на это дело. Ну, навряд ли. Зомби все равно не могут зайти в дверь. Ну, все, ты для ради сохранности закроем все нахер. Это все это то, что в PvP, скорее всего, то, что. Ой, PvP в онлайне, когда играешь. Так, вот такой у нас кубик. Так, ладно, у нас 7 есть. Давайте приценимся, что это и как это выглядит. Так, раз. Блин, 2, 3. Главное, самому туда не нарваться. Так, отлично. Супер. Да, это будем ждать, пока это все закрафтится. Не знаю, почему подставляет, меняет ландшафт. По идее, он не должен, ну да ладно. Не будем заострять внимание на этом. Да, давай быстрее как-то. Это все ты делай. Так. Ой, секунду, друзья, сейчас. Надо просто следить за времечком. Так. Отлично. Так, сюда. Раз, два. Это пока что временный вариант. Потом я уже говорил то, что мы чуть поменяем планировку нашей базы. Пока что делать по 3. У нас тут дерево есть еще. Покопаем еще, порубим. Это не проблема. Так, это у нас получается 24, да, мы сделали. 24 мы использовали. И мы сейчас по большому половину. Ну, вот так. Надо будет еще делать, я думаю, не хватит. Потом еще сверху мы поставим решетки какие-нибудь. Дробаш мы будем копить до последнего. Чисто потому что с дробашом легче воевать с этой ебаной птицей. Потому что в предыдущих обновлениях таких птиц не было. Ну, когда только начал играть, зомбари были. Но там и по-другому было. Там и мясо привлекало очень внимание. Там этого сейчас, походу, мне кажется, или оно есть по умолчанию, но она не пишет, что типа мясо привлекает зомбарей и так далее и тому подобное. Ой, ёпты. Я просто хочу наметить, сколько у нас ушло ресов этих, чтобы я знал, сколько мне еще докрафтить надо будет. Что мы здесь сделали? Там уже 3 ряда поставили, да? Ай-яй-яй. Что же делать? Ну, как я говорил, да, первая волна будет, она довольно-таки слабая будет. 2,53 еще штуки остались. Но хер его знает, блин. Вроде бы играю на дефолте, но, блядь, не знаю. Ну, чуть со временем, чуть подругаем. Потом я, конечно, поменяю обратно. Время чисто ради... чтобы мы уже были более-менее готовы к обороне. Потому что эти настройки можно менять
в любой момент игры. Это кому как удобней. Так, это что ты, блядь, где ты висишь на воздухе вообще, не алё. Так, осторожно, здесь уже надо осторожно. Мы тут еще одни двери поставим, кстати. Да, еще одни двери поставим. С одной и с другой стороны. Чтобы они не ломились в дверь. Они будут ломиться через какие-нибудь щели. Например, строение этих... как говорится, колев, да? Ну, типа, наши деревья уже выросли, друзья. Отлично. Так. Ну, сейчас мы еще левел поднимем. Сразу. Замечательно. Потом в дальнейшем это... Блять, ну что ж ты будешь делать? Ну, жаль, что их нельзя поднять. Ну ладно, хер с ним. А все равно надо его, все равно ставить надо будет, потому что это третий ряд. Я хочу сделать, чтобы везде были по три, три. Потому что мне нравится, что земля, блядь, деформируется под ним. Мне это не вообще не устраивает, не вообще не алё. После первой волны мы уже тогда начнем планировку моего проектика маленького, которого я хочу испробовать в полной его красе. А дальше уже посмотрим, как у нас получится. Будем развиваться, конечно, вверх. Там у нас, я хочу, в нижнюю часть я сделаю, она у меня будет как боевая. Потом мы поменяем блоки, эти вот, которые есть, на такие, как для как лучников, знаешь, такие дырки, чтобы уже заранее отстреливать приближающихся ментов или там этих химических, радиоактивных пацанов. Вот. Ну, это посмотрим, это еще, до этого еще далеко, блин. Это пока что 28-й день, третья волна. Если не ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Скорее всего, я ошибаюсь, блядь. Я эту игру не играл уже так столь так давно. Так, ладно, тут закончили. Что у нас осталось по этому? 20 штук еще. Ну, явно надо будет еще делать. Знаете, пошли заранее тогда рубить дрова уже. Кстати, мы можем идти попытаться сделать топор. У нас есть станок рядом здесь, рабочий. Но там, блядь, 30 железа. У нас не хватает этого. Я пытался... Почему я бегал по домам? Я пытался найти клей или изоленту или что-то подобное. Но нихера мы не нашли. Да, 600 дерева еще не выросли нормально, они физически слабенькие. По 600 так обычно дают 1200. Ну да ладно. Сразу тогда сосну вот это все. Чтобы не терять время. Да ты сюда иди. Кукурузу потом соберем, но там она уже завяла, смотрю, уже половина есть, половины нет уже. Смотрю, вот это дерево, посмотрим, как сколько здесь, уже 900, наверное, да? Не, 600 тоже, блин. Знаете, хорошо, что здесь рядом деревья растут. Раз пошел, подубасил их, и все. И тебе не надо бежать, блин, не знаю куда. Так, единственное, то, что не закроет нам обзор, конечно, блин. При нападении зомбарей, блин. Ну да ладно, черт с ним. Этим можно пожертвовать. Так, хорошо. Ладно, 19 штук у нас есть. Так, раз. Два. Раз. Два. Ну тут получается три, да? Отлично. Супер. Ну и здесь три. Раз, два. Все закончилось, да? Давай еще тридцаточку сделаем. Должно хватить, по идее. Так что это хлопок. Но нам не нужен этот хлопок, странный, блин.
Раз. У нас с тканью пока что все оки-доки. Нет, вообще не с кожи напряжно, конечно, но, блин, что ж поделать. Не все коту масленица, говорится, да? Так, что там такое? Почему там что-то повреждено уже было? 33. Это что? Не тронутое? Это как так, блин? Яичко. А, надо побольше было, блин. Не засек, что у нас здесь нет околев. Ну, первую волну они точно сдержат, это стопудово. Не так уж их много, чтобы они пробрались. Может быть, чуть продамажат базу, но это вообще мелочи жизни, как говорится. И то у нас там 1500, считай, единиц здоровья. Сейчас еще одну дверь поставим с того конца, то не будет ломиться точно не в дверь. То, что суммарно получится то же самое, что и в этом. Будет искать уязвимые места какие-нибудь. Ну, давай, так, сколько осталось там? 15 штучек. Если будет за много, это ничего страшного, мы поставим, пусть останутся. Так, и что у нас здесь? Ну, штучек, чуть-чуть будет, а, у нас же надо еще 6 сделать впереди, чтобы поставить перед самой жопой, как говорится, да? Очень долго крафтится, блин. Раз, два, три. Как раз останется 6, друзья. Как-то, блядь, прям просчитали, блин. Труд 3 и 6 останется, чтобы закрыть проходы. Отлично. Периметр базы есть. 3, 3. Здесь тоже 3. Здесь тоже 3, здесь тоже 3 и здесь тоже 3. Окей, давай залетим сюда, посмотрим, что у нас здесь есть. Может, залутаем что-нибудь? Заодно кукурузу соберем. Это что? Черника. Так, это ягодки. Ну, это нам пригодится. Чай. Картофель. Уштягшая кукуруза. Миша, так, ну тут ничего не будет у него, потому что она засохла. Вот от этой будет кукуруза. Муку сможем сделать, и потом хлебушек забубенить. Сюда можно потом, блин, посадить по большому счету еще, блин. Кстати, давайте посмотрим, я могу посадить сюда, например, вот. Давайте посмотрим, вот кукурузу могу посадить сюда, подожди, сейчас посмотрим. А мне же надо семена, блядь, что я пытаюсь посадить, мне нужны семена кукурузы, блядь, а не сама кукуруза, вот эта дубина. Так, что у нас здесь? Смотрим. Может быть, там где-то выход есть даже, я тут долблюсь уже в двери прям. Ладно, чё ж там... Ой, я, кажется, здесь не был. Ох ты. Супер. Радует. Хорошо зашли. Мотор, цепь. Сейчас бензопилы. Отлично. Так, есть там какая-то нычка? Походу нету никакой нычки. Если это может быть нычка какая-нибудь. Попытаемся запрыгнуть. Так, тут нету нычки. Нет нычки, отлично, хорошо. Ладно. Давайте искать, как тут сюда можно залезть. Так, что с оружием у нас? Подожди. 9-миллилитровый дробаш. Это я, конечно, не хочу использовать пока что, но 9-миллилитровый у нас 100 с лишним патрон, так что можно с этим пострелять, если что. Тут открыто? Да, замечательно. Ой, блядь. Вот что это за подстава? Тут туннель какой-то. Так, спокойно. А здесь грешное дело не было уже? Что-то как-то тихо. Походу, я уже здесь был. Да. Пусто, просто не все. То место не залутал просто. А как и так? Интересно. Ну да, я здесь уже был. Ну, смотрю, там дверь пробита, и как-то, наверное... Да, вот я через сюда и залазил. Так, окей, ладно.
Окей, ну пойдем дальше, посмотрим, что у нас есть. Так. Что там за строение такое интересное, блин? Как я так лутался, блядь? Половина не полутана, блядь. Еще как-то очень странно. Так, знаешь, что мы сделаем? Я сейчас затестирую одну фишечку. Угу. Кожа есть, отлично. Мне нужна кожа. Трубы, пружины, химия, нормально. Мне кажется, после первой атаки зомбарей у нас должен быть лут. Если не ошибаюсь, он будет. Так что здесь. Угу. Ну ладно, бери так. Работаем, что делать. Так, у нас здесь, по идее, должна быть вода. Да? Здесь нашел бункер. Бункер есть там. Ну там дверь 7000, там долбить ее, блядь, это запаришься, как говорится, да? Так, ну это, блин, вроде бы и выглядит как водонапорная башня, но я это не увидел. Друзья. Мы спасены. Мы спасены, у нас есть вода. У нас есть вода, блядь, как замечательно. Так. Значит, делаем так. Довольно-таки недалеко от базы. Делаем метку. Что мы туда можем поставить, блядь, не знаю. Да такую вот шнягу. Так, ну что здесь вышка. Угу. Слезем наверх. Замечательно. Значит, а вот сюда, что я сюда вот решил, думал, я не пойду, но я думал, может как-то тут что-то не будет. А вот, видишь, надо было. Ну что за зомбарь, бля, кто-то не выскочил. Подожди, блин, давай прорубим, посмотри, что здесь внутри есть. Вот что-то няшное. Ну, навряд ли, это просто, наверное, декоративная. Да, декоративная башня сделана. О, нифига, смотрите. И здесь вода есть. Офигенно. Она растекается, блядь. Нельзя. Отлично. Значит, там будет вода у нас тоже. Да, значит, что здесь сделаем? Мне не нравится, как это все выглядит. Давайте поставим вот. Типа вода, чтобы она не утекала, да? Но все равно здесь утекает вода. Но все равно мы сможем добрать отсюда. Так что с водой у нас вообще не будет проблем. Все, отлично. А я переживал, блин. Не стоило. О, блядь, чуть не убились нахер. Так, сейчас пойдем взглянем, что там у нас еще. Здесь тоже, по идее, должна быть эта вода, да? И рядом, и рядышком, и где-то здесь тоже, да? Нет? Но это уже не суть важно. Так, это у нас селитра. Отлично. Отлично. Ох ты, две... Все, мы можем сделать какой-то инструмент. Но я, скорее всего, буду делать какую-нибудь кирку. Потому что кирки у нас нету. Ох ты, блядь. Тут железо. Ну да, тут видишь, что все железное. Тут же стильное. Ну ладно, у нас там есть водичка. Все супер. Окей. Блин, мне стрёмно вот сюда спускаться на. Все нормально. Все, побежали обратно на базу. Сейчас порубим деревце. Все, значит, все хорошо. Значит, мы можем клей сварить. Тряпки у нас есть. И можем уже ресики ставить. Ой, ресики, блин, эти инструменты крафтить. Отлично. У нас станок там есть. Мы туда сбегаем, сделаем все это дело.
Вот, отлично, отлично, отлично. Мне это радует, это мне радует, так. Так, о, тихо, стоп, блядь, ты куда побежал? Может, нам понадобится еще перья где-нибудь, для чего-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь. Да тут даже велика даже можно сейчас не делать. Чисто велик, потому что торговец у меня рядом. Все вообще очень хорошо получилось. Здравствуйте. Яичко есть? Да нет, яичко. Ладно, хуй с ним. Все рядышком, все под рукой. Так, надо сделать пару еще дверей. Так. Двери, 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 двери. Дверцы, дверцы. А могу и железную сделать, забубенить вот. Блять, здесь 10 слот. Не-не-не, туда будем делать такую простую пока что. Раз, два. Две штучки. Слишком жирно получится, если мне строить. Так. Да, так и поставим. Отлично. Супер. Все, вообще отлично, у нас все хорошо получается пока что. Так, а у нас еще вода, сейчас можем, значит, клей сделать. Так, берем воду. Нам нужно кости. Кости, у нас были кости? Подожди, у нас же были кости. Или не было кости? Подожди, должно были быть кости. Где-то. Вот, блин, мало, очень мало. Ладно, это перекидываем сюда пока что. Кстати, еще надо было, блядь, построить эту. Ай. Как ее? Забыл. А, плавильню. Ну, да, посмотрим. Так, это сюда. Что у нас еще здесь есть? Это пока что сюда переложим. Так, что здесь еще у нас? Мотор. Это у нас сюда. Детальки сюда. Моды у нас сюда идут. Запчасти всякие разные. Так, что у нас здесь? Химия, клей. Блин, ну да. Сколько мы сможем клей сделать? Один клей? Да вы издеваетесь надо мной, блин. Значит, следующее мы что сделаем? Бутерона вода. Да. Один клей, это вообще печально, печально. Так, можем сделать еще, знаете, что можем сделать? Можем сделать яичко вареное одно. Кажется, надо было одно яичко, не помню. Как это, подожди, а что ты мне? Стопэ. Я ж... А, он закрыт у меня, мать моя женщина. Ладно, хер с ним. И... Вареное яйцо. Вот, да-да-да-да, вот это. Приготовить. Отлично. Так, что у нас дальше осталось? Так, печеная картошка, это сюда. Кукурузу сюда, это все сюда, все сюда, это скушаем. Так, кости. Кости сюда. Тряпку мне надо. Не помню, сколько было надо. Ты возьмем все, что есть. И химия. Клей. Нам нужен клей. Подожди, нет, он был где-то здесь. Вот, не, вот здесь. Клейкая лента. Одна, да. Да, печально, печально. Ну да ладно. Оки-доки. Так, что мне надо для создания кирки? Блять, 50 метров. Ну ты издеваешься. Ну нахер. Не-не-не-не-не-не. Значит так, что мы делаем? Железный. Так, мне надо, значит, построить. Знаете что? Надо построить вот такую тему. Где наша плавильня, кузня? Глина, кожа. Лента есть. У нас с кожей проблемы, да? Где наша кожа? У нас 4 кожи только. Бля. Бля. Трубы у нас есть, надо 3 штуки. Но не 4 же, 3. А кожу нам надо как-то достать еще, бляха-муха. Так, подожди. Что надо было? Так, 10 кожи, у нас есть 3, 3, так. Откуда? Ну, эти машины только ломать, и все.
Сколько времени? Сейчас пойдем посмотрим, сколько может быть по времени. Сейчас бегаем, поломаем машины. Кожа есть. Мне надо еще что? Да, вот это забрать. Ну давайте пойдем взглянем, может быть, где-нибудь машину. Сколько время? 16:24. Нормально. Пошли искать машину, какую-нибудь по дороге сломаем. Или какую-нибудь зверюгу уйдем, убьем. А у нас нож есть, все замечательно. Было бы идеально, конечно, зверюгу найти какую-нибудь. Ну, блядь. Так, машины где-то были там. Главное то, что, блин, диваны, которые рубил, они типа были кожаные, но мне кожу не дали, что-то, блядь. Не знаю, как-то странно это все, конечно. Так, что у нас? Попить можно? Там яичко варится. Ну, всегда у нас пока что проблем нету. Сейчас разберем эти машины. Надеюсь, у нас будет кожа. Надеюсь. Ну, блядь, ну, как говорится, надеяться ты можешь, конечно, но... Очень мало кожи дается этой машин. Одна, видите? Две? Отлично. Ну, хоть бы одну, блядь, эту построить. Аккумулятор? Вау. Энергии не хватает. Мы чё, блядь, ты дышишь так тяжело? Пацаны, дайте еще кожу, блин. Блядь, хуй там вся кожа будет. Это, походу, машина не топ-класса, блядь. Тут кожи даже нет в нем. Там где-то олененок бегал перед этим. Надо, может быть, его завалить надо. Там явно соберем. А сколько нам надо кожи? Так. У нас есть 6, еще 4 штучки, блядь, 4 штучки. Это же реально, ну давай, пацаны. И сразу у нас все будет, все чики-пуки, блин. Угу. Тряпка, блядь, опять. Медвежонку можете завалить, надо. Тут медведь недалеко был. Только не знаю, сколько надо всадить, чтобы он умер. Никогда медведя не убивал. Ладно. Пойдем посмотрим. Берем калаш. Это самое убойное оружие на данной стадии у меня. Ну, побежали искать Мишу, блин. 4 кожи найти. Ну, или кого-нибудь, блядь, кролика или кого-нибудь, не знаю, блин, животное какое-нибудь. Так, это обязательно надо побить. Может быть, мед выпадет. Это у нас, как вы знаете, естественный антибиотик. Угу, хуй там было, блядь, мед тебя выпадет. Еще догонит, еще дождаться. А где ж ты, блядь, Миша косолапа? Иди ко мне, блядь, иди ко мне. Мне нужно, чтобы ты мне дал кожу свою. Так, спокойно, блядь. Тихо. Тихо, блядь, тихо. Ты где? Я где-то здесь лазил он перед этим. Надо осторожно, блядь. А то в засады возьмет меня, как пизданет пару раз лапкой. Мне будет больно. Так, хорошо, ладно, идем дальше. Он куда-то перешел уже, мигрировал в ту сторону, наверное. Так, ну ладно, блин, пока что еще время. Вот что это за музыка, блядь, не понимаю. Вот как, вот, блядь, это я, вот это, блядь, бесит меня. Мне кажется, что кто-то нападает на меня. Знаешь, как там музыка агро, когда получается агрится тут на тебя, и ты, блин, спохвативший ноги, блядь, несешься куда-то. На самом деле там ничего не происходит. Ладно, побежали наверх. Может быть, там кто-нибудь гуляет из живки. Ну или какую-нибудь машину найдем. Разобрать, типа. Вот машинка как раз есть. Тихо, бля. Да мне глючит. Меня уже глючит. Я просто записываю очень поздно, уже ночью. Уже глючит, что кто-то лазит у меня. Блять, мне сейчас сломается. Ой, тихо, 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 тихо. А, у нас есть инструмент. У нас есть ремонт-комплект. Мотор, отлично. Блять, он все дает то, что мне сейчас не надо. Ну, жопа. Ну, жопа жопошная, ну. Ну,
Нам же надо создать, блин, нам надо же сделать одну печку по хотя бы, блин. А почему дыхалки не хватает? А еды ж нету, блять, вот потому не хватает дыхалки. Сажать мне нечего пока что. Ну ладно, пошли дальше. Ну вот, покушать что-то, блин. Так, машину вижу. Там пойдем к этой машине. Единственный вариант. По домам там, я говорил, уже лазил, все везде тряпочные дома, блин. А дальше вот идти, конечно, можно, но, блин, это опять же патроны тратить надо. Или копьем кидаться, бросаться на людей прямо вот так. Давай, сейчас еще здесь полазим пока что. Ну, я думал, что, знаешь, в этом доме будет что-то, блин. А, хурис 2, там нихуя не было. Все было тряпочное, опять же. Так, сломалось, да? Что? Да как так, блядь? Блядь, ну нету, ну нету, нету, ну давай, друзья. Так, тут машина, так, это хорошо. Может быть, здесь будет что-нибудь? Они все ломаные, блин, они же тут один... А, там может быть еще вариант. 4 кожи, друзья, блядь. 4 кожи, мучаюсь, 4 кожи. Ни зверюга нету, никого нету здесь. Как только дойдем, какую-нибудь зверюшку сразу завалим ее на. Сразу же, бля, хоть зайчика, не знаю, кого-нибудь. Нету никого. Какой-нибудь зайки нету, нет, ничего нету, блядь. Печально. Ладно, еще, пока что еще время еще есть, так что, блин. Блять, опять тряпки. Ну, блин, ну тряпки, ну зачем мне твои тряпки? Да, здесь очень редко выпадает, походу, кожа. Так, это дома лутали вообще? Сейчас проверим. Если это не лутано, значит не лутали. Нет. Давайте наведаемся в гости. Тут есть дом. Блять, заперто, что вы издеваетесь? Ну опять же, тут видите тряпки, блять, только тряпки, тряпки, да тряпки, блять. Ничего толкового нету. Где зомбари, блядь? Я не понял, чего вы, блядь? Это как-то пассивно здесь. Мед, это хорошо. Ну, надеюсь, что, может быть, на втором этаже будет что-то, блядь, толковое. Дайте хоть жрачку, дайте хоть, блин, покушать что-нибудь. Блядь, что за, что я забрал? Это разобрать, это разобрать. Аккумулятор третий, неплохо. А смысл, а смысл? А тут что, второго этажа нету, бля, я не понял. А вот же второй этаж. Ну, единственное то, что... Так, по-любому здесь будет какой-то... Как-то странно, блядь. Где зомби? Ух ты. Ну... Надеемся, что эта кровать даст нам кожу. Иди ты в жопу. Вот где кожа будет. В этом, вот здесь будет кожа. 6, отлично, все, у нас замечательно. 6 кожи нам будет сейчас. Супер. Супер. Спасибо тебе, офисный диван. Есть пацаны?
Не, зомбари, кажется, блядь, как-то это дом так не пропустили мимо Шейна. Так, ну что, обратно на базу. Сейчас разовьем эту шнягу. Но в каждом доме же должна быть какая-то нычка, блядь. А где она? Здесь ее нету, блядь, этой нычки. Посмотрите на эту шнягу. Тихо. Потом этот дом зайду, если там очень хороший лут будет, наверное, скорее всего. Ладно, побежали обратно на базу. Тихо, блядь, спокойно. Пошлите, сейчас сделаем. А, кстати, можем сейчас пока что делать, пока идем. Вот, кузня. Изготовить. Замечательно. Пока идем, пусть делается, крафтится. Ну что, друзья, кузня есть. Процесс пошел. Сейчас уже будет совсем другое дело. Будет у нас металл, у нас довольно-таки много вещей стоит, которых надо расплавить, камень, цемент уже сможем делать, ну и довольно-таки много вещей уже сможем делать сплавильнее, как говорится. Так, хорошо, 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 это радует, это радует. Отлично, так, это закрываем, это закрываем. Так, что у тебя здесь еще происходит? Это скушать. Главное, сейчас какую-то дизентерию не подхватить, блядь, не будет это все очень шикарно. Так, что здесь у нас? Ух ты, сколько у нас всякой. Ням-ням, у нас очень много еды. Так, 66, это надо скушать. Сэндвичи, вот такие вещи. Мед, вода, вода. Это мы можем скинуть пока что. За водой мы потом сходим. Так, где наш этот, как его? Вот, он, блядь, еще делает, смотри, как долго. Ладно, запчасти скинем. Вот сюда, это сюда. Это тоже сюда. Так, денежки у нас где-то здесь были, да? С едой. Это сюда, так, отлично. Это сюда. Это мы сейчас поставим. Я поставлю его здесь сейчас. Пока что еще хочу поставить две, как минимум. Отлично. Так, значит, что мы надо сразу перекидываем сюда железо. Все, полностью. Песок пусть он валяется там у нас тогда. Железо у нас еще здесь есть дофига, да? Сколько у нас здесь железа мы набрали? 700. Латунь надо переработать. Радиатор надо переработать. Свинец надо переработать. Это надо все остальное пусть остается. Да, остальное нам нужно. Ну или еще глину можно чуть переработать. У нас еще, потому что пойдем по низом еще будем буянить там. Хорошо, что у нас здесь. Ой, 150, блин, долго это будет. Это сюда. Пусть работает. Песок будет плавиться. Я не знаю, для чего песок нам нужен. Дробленый песок. Для чего ты дробленый песок? Мне кажется, вообще песок надо было, не надо было плавить. Что с этим слот? Блять, минуту 40, ты что, издеваешься? Ну ладно, допустим. Бензин 2000. Бензин сюда. Так, что у нас еще здесь есть? Так, булыжники, песок, цемент нам пока что не нужен. Булыжник остается, это нам остальное остается. Так, латунь мы переработаем. Это мы сейчас перекинем сюда. Что это такое? Хлопок нахер не надо пока что. Тряпки. Тряпки сюда. Так, потроши, гильзы. Нет, они были. Оружие у нас было здесь. Так, мушкетон. Это мы, короче, это все можно потом продать. Починить и продать. Ну, смысл починить, не знаю. Может быть, даже не надо чинить, смысла нету. Так что, друзья. На этом мы, думаю, сегодня закончим. Базу мы укрепили. Все замечательно, все отлично. Будем дальше уже потом развиваться. Будем искать новые чертежи. Ой, всякие новые вещики будем пробучаться. Если вам понравилось видео, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, нажмите колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии с вашими советиками. Прочтем, ответим, отреагируем и применим, если посчитаем нужным. На сегодня мы заканчиваем, друзья. Всего вам хорошего. Всего доброго, говорится. Пока-пока.